Здравствуйте, меня зовут Кристина. Сегодня мы с вами рассмотрим блендер Norman AHB533. Это новый бренд недорогой техники на белорусском рынке. Такой блендер стоит порядка 60 рублей, поставляется в такой яркой привлекательной коробке. Что ж, предлагаю посмотреть на него более детально. Итак, в комплект поставки у нас входит моторная часть, погружной блендер, измельчитель с ножевой насадкой, мерный стакан, венчик для взбивания и руководство пользователя. Моторная часть имеет soft-touch покрытие, что в принципе очень удобно, не будет выскальзывать из рук. Элемент управления скоростью расположен сверху. И две большие удобные кнопки. Погружная часть выполнена из нержавейки, ножи из хирургической стали, верхняя часть из пластика. Погружная часть к моторной крепится довольно-таки просто. Здесь есть такая стрелочка, здесь открытый замочек. Соединяем и закрываем до характерного щелчка. Измельчитель. На первый взгляд выполнен из качественных материалов. На дне чаши имеются силиконовые накладки. Не будет скользить по поверхности. Лезвие выполнено из хирургической стали. Закрывается крышка до щелчка. Моторная часть крепится также легко. Дополнительные аксессуары – венчик для взбивания и мерный стакан. Мерный стакан имеет объем 500 мл, силиконовую подставку, которую можно использовать в качестве крышки. Итак, что хотелось бы сказать. Блендер сделан в Китае, этим никого уже не удивишь. На первый взгляд – качественные материалы, нет запаха, присущего китайским дешевым изделиям. Понравился дизайн, однако данную наклеечку я бы убрала, считаю, что она здесь лишняя. Порадовал функционал и универсальность, однако шнур хотела бы подлиннее. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал и ждите новые обзоры.